Юлии Буевой и Натальи Безлюдской. Стихотворение белокухинского поэта и писателя Александра Остапова «Золотая душа Шукшина» читает воспитанник школы экскурсоводов Градимир Матывин, руководитель Ирина Камбалина. Золотая, лучезарное слово «Шукшин» я услышу, как шепот Алтая. Это слово в сиянии зари и в дыхании первой метели. На деревьях грустят снегири, что в родные края прилетели. Это слово в кипении реки и в людской суете укричало. Непогодам любым вовьяки это слово струной зазвучало. На калину гляжу не дыша, очарован волшебным нарядом. Мир прекрасен, и кажется рядом Шукшина, золотая душа. Золотая душа Шукшина.